Итак, друзья, на рассмотрение сегодня такой вот нестандартный вариант видео обзора. Я так полагаю, вот такой пакет. В пакете, понятное дело, я не знаю что. И сейчас я его попробую все-таки еще оторвать. Извините, что в машине без дополнительного света. Ну что я вижу? Ой. Ребята, чисто для меня это шок. Чисто для меня вот это шок. Плохой шок. Ребят, что это такое? Это чего? Что это за бред? Какая-то наебка, извините. Что это такое вообще? Во-первых, они сломались все. То есть это совершенно неинтересно. Во-вторых, должен быть размер совершенно не этот. Это какая-то ахинея, если честно. Бумажные какие-то цветы, которые абсолютно неадекватные. Это даже не искусственные цветы, это просто бумажные. Какой-то непонятный бред. Их приобретали специально для того, чтобы сделать... Ну вот на памятники там поставить, знаете, чтобы это было, ну, элегантно, но они должны были быть не такого размера. Что это за огрызки? Что это за детский сад, друзья мои? Буду однозначно фигачить спор, чтобы мне вернули все средства, все деньги. Ну и сообщу, кому интересно этот шлак, ссылочку, чтобы я скинул по первому вашему зову, будет вам ссылка. Пишите в комментариях. Всем спасибо, извините, что вот делаю обзор в машине. Всего доброго, пока.